Утверждение о том, что в России универсалы не приживаются, не имеет смысла. Универсалы в России возведены в разряд кича. Полноприводные универсалы. Правда, их владельцы полноприводной мощностью и сущностью пользуются, ну, процентов на 1, ну, может быть, на 5. И только зимой включают полный привод. А в остальном попадают на бабки. При этом эти полноприводные универсалы, называемые джипы, огромной вместительностью не обладают. Потому что арки колес, и положить туда особо нечего. Тем более сидеть там не очень-то удобно. Естественно, раз универсалы в России приживаются, то универсал должен быть большой. Очень большой. И, естественно, с моноприводом, учитывая цену бензина. Автоград на Маржане 9 предлагает вам вот такие универсалы. Фиат Добла. О его размерах говорят вот такие небольшие показатели. И полностью трансформируемый салон. Наша любовь с Фиатом Добла началась 2,5 года назад, когда я приехал в нашу любимую Турцию. Там нас встречали именно на таком автомобиле, и три довольно крупных человека свободно умещались на заднем сиденье. При этом настолько свободно, что, ну, можно было и подвинуться, и четвертого, и пятого впустить. А наша последняя любовь – это 2011 год. Мы с Максимом взяли на прокат такой автомобиль. Правда, на дизеле. И вы знаете, слово экономия. На 16 литрах солярки мы проехали 260 километров. Ну, нормально так. Там, конечно, дороги другие. Но экономия от Автограда – это цена автомобиля 547 тысяч рублей минус 30 тысяч. Это сегодня такая подарочная скидка. Ну и сказать, почему мы так залипли на Добла? Да потому что эта машина призвана ваши дублоны экономить и помогать вам их зарабатывать. Это реально большой и удобный автомобиль, причем автомобиль, не обладающий дубовой коммерческой подвеской. Здесь посадка максимально широка, здесь великолепная обзорность, и самое главное, это мужественный большой трудяга. И пусть это не последняя модель Добла, но российская локализация позволяет удерживать конкурентоспособную цену. Машины такого класса, кстати, сейчас приобретают все большую популярность. Это конкретный универсал. На рынке Магнитогорска представлены коммерческие грузовики, в смысле коммерческие автомобили, которые можно использовать, но не все, для личных целей. Fiat Doblo – это машина, которая, кроме всего прочего, что ее можно использовать как в личных целях, так она еще и производится в России. Чем она выгодно отличается от других? Во-первых, сейчас, в данный момент, на протяжении месяца, Автоград предлагает выгодное приобретение автомобилей бренда Fiat, в том числе и Doblo Panorama. Со скидкой в 30 тысяч рублей также действует утилизация, программа утилизации и субсидированная кредитная программа правительственная. Что мы приобретаем, выбирая для себя Doblo Panorama? Приобретаем вместительный, с хорошей грузоподъемностью семейный автомобиль, а также для людей, которые любят активный отдых, активный образ жизни ведут. От слова вместительный, это сколько кубометров пространства? До 3000 литров. А вот такие показатели, как экономичность, это все-таки сейчас актуально, по-моему? Конечно. Автомобиль комплектуется двигателем 1.477 лошадиных сил, который потребляет минимум бензина, потому что подобрано самое оптимальное передаточное число. Ну, тут все зависит от стиля вождения. Дело в том, что мы в последнее время научились и по городу ездить на пятой. Машина потянет на пятой? Конечно. Конечно, потянет. То есть двигатель тянет с низов, получается? Да. Естественно, раз это машина, на которой можно деньги заработать, мне бы интересовал вопрос вот окупаемости этого автомобиля. Насколько он ликвиден? Насколько дорог в обслуживании? В среднем на автомобиль в год вам нужно будет тратить порядка 5000 на техобслуживание. Межсервисный интервал 15 тысяч километров или год. Гарантия 2 года без ограничения пробега. Меня интересует такой вопрос еще. А вот, допустим, если машину тюкнуть, такое бывает, ну, движение такое у нас сложное. Некоторые автомобили, которые только начинают производиться, не имеют рынка запчастей. То есть, ну, фары стоят 15 тысяч рублей. На эту машину сколько? Вот кузовнина стоит, пластик тот же самый. Доступные лояльные цены. И это я вам гарантирую. А они есть в наличии у вас? Ну, допустим, те же самые фары? Конечно.